Всем привет, меня зовут Влад, и мы в Shadow Fighting Arena. Сегодня вышел сюжет у нас, но записываю я немножко позднее, чем ожидалось. Вот, ввели тут новых скинов, сюжет, в глобалке в релизе появилась озвучка, персов появилась. Теперь, когда выбираешь, вот у тебя голоса у них есть, вот, например, выбрать и... А, я понял. Это типа такой подкол, чтоб я, если чё, даже сразу обосрался. Вот. Slash and swipe. Вообще, не все персонажи получили озвучку, как я понимаю, как они говорили, но еще есть лицевые анимации. I will do what I must. Да ты что? И огромнейшее рулетище появилось, рулетка появилась, которая будет выдавать тебе за прохождение сюжета всякие штуки. Она идет 343, ну там, наверное, 4 дня. Как было и в бете. И за каждые 10 кручений ты будешь получать ключи разлома. Это замечательно, это прикольно. Начинается сюжет, друзья. Спасибо всем, кто подписался, кто смотрит, кто поддерживает платными, бесплатными подписками. В любом случае. Вот, на Ютубе, на Бусти и все дела. Итак, начинаем, друзья. Сегодня режим истории. Первая глава. Давайте начинать, контента будет много, я уже вот посмотрел 3 видоса, еще можно 3 посмотреть в день, тут смотришь видосы, получаешь эти огни решимости. Буду, поделюсь со всеми, возможно, кому-то будет интересно. Персонажи все 13-е теперь у меня, кроме короля, дожил, теперь у меня все красиво, 13-е, все хорошо, ждем даже новых персов уже здесь. Вот, но в любом случае, сегодня мы начинаем истории с тобой. Жмем войти, и я предлагаю, ребята, начать, наверное, как раз-таки с Манки Кинга, но он стоит первый, так по цепочке и будем. Разум приготовил новое испытание. Его шепоты привели вас в заснеженные леса Легиона, совсем неподалеку от столицы. Говорят, в полночь врата древнего склепа будут открыты. Отважного претендента ждет загадочная награда. Но все ли так на самом деле? У нас с вами есть бусты, за вход в игру давали 3 вот этих вот бонуса, я их забрал, это специальные моменты, которые будут нам помогать в боях, но пока мы их не юзаем с тобой, будет интересно определенно, надеюсь, ты подписался и тебе будет интересно смотреть мой вариант, вот, окей, король обезьян и красавчик Рубен, о боже! Армянины появились, Эйприл. Какие бы коварные планы ни замышлял теневой разум, ни один уважающий себя герой не упустит возможности проявить себя в одном из испытаний турнира. Но ни один герой также не ожидал, что вокруг так называемого тайного склепа соберется так много народу. Времени на размышления не было, ведь до нашего героя уже донеслось зловещее «Эй, ты!». Красавчик Рубен... О, какой красавчик! Лысый Рубен просто, ребята, и все. «Сбавь обороты», говорит мне Рубен. Вот это я понимаю, конечно. Красавчик Рубен, ребята. Вот это жестко. Красавчик Армен, я так понимаю, скоро появится в игре. Так, о, кстати, озвучечка. Хи-я, вот это мне нравится. Еще лицевые анимации ж как бы должны появиться, как бы. Мы их определенно заметим с тобой. Да, вот он зевнул только что, я заметил. Да, умиление словил, ротик открыл. Нашему герою нужно было продержаться до полуночи, чтобы получить награду. На самом деле мне нравится, что косметические моменты в игру добавляются, это круто. Это круто. Задача не такая уж сложная, если все противники будут такими слабыми. По крайней мере, так думал наш герой. Наш герой много думал, но нашему герою бы урончика побольше, вот прям жестко, чтобы. Каждая успешная атака повышает урон, урон дальних атак повышен, ваша первая атака в раунде наносит очень много урона. Давайте начнем гамбитом гасить чуваков. Получить бы эпическую штучку на урон, чтобы сносить за 2 плюхи или даже за 1 каждых людей, но надеюсь до него дойдет. Это, ребята, Павел. Павел появился. Так, окей, первый урон был нормальным, но, как нам, собственно, и сказали, первый урон у тебя будет сногсшибательным. Он, собственно, таким и получился. И, Павел, до свидания. До свидания. В смысле? В смысле? Вот так вот, чувачок, в голову получил и сразу, как говорится, приуныл. Вот это я понимаю. Так, защита от теневых приемов и альтернатив увеличена, урон дальних атак. Ваши атаки имеют шанс пробить блок. Давай возьмем пока на блок. Я бы хотел какое-то эпическое, на самом деле, умение, но да ладно. Но да ладно. Это тоже хорошо. Балдвин. Так, ну, Балдвин, ты похож на Павла, только немножко измененный.
И до свидания, Балдвин. Так, металлочку ловишь? Нет, не ловишь. А я вот тебя вот так бах, и все. До свидания, в бочинку тебе. Он, когда король обезьян подлетает, такой, ва-ха-ха, он такой говорит, да ну тебя, если что, отмотайте посмотреть, он говорит, ну тебя. Приемы Дзиньгу наносят больше урона, защита теневых приемов и альтернатив увеличена, и скачки, прыжки и перекаты дают вам Дзиньгу. Давай само Дзиньгу по урону увеличим лучше, это будет сейчас пока, наверное, правильнее. Пока что давайте так. Shadow Fight, Стэн младший. Так, окей. Я не буду церемониться. Так, но мы тоже, я думаю, со Стэном церемониться сильно не будем. Так, окей. Замечательно. И сразу наносим жестко. Ща. Ща, он говорит. Ну, братишка, тут твоя теневая энергия, как говорится, вся пошла против тебя же. Чёртовы династы. Так, смотри. Он думает, что король легионы... Ой, как король обезьян, это династ. Да, он типа относится к фракции династии, но он сначала мифический персонаж, а потом уже король там всяких династов. Так, окей. Воу, хорош. До свидания, Стэн. Да ну тебя. И залазит на свое облачко. Так, в начале раунда вы временно несокрушимы. Дистанция ваших прыжков, перекатов увеличена. Пусть будет, пусть будет. Для штрафника знак Кицуне, думаю, зайдет. Можно будет поворачиваться как можно подальше от него. Так, чудной Эро. Вот этот уже чувак нормальный. Он прям вручную идет. Приступим. Он идет вручную. Он вообще силач у нас. Локация бомба. Чудной Эрон крутой. Локация бомба. Я тут летаю весь такой классный. Какие-то столбы, какая-то крепость на фоне чудесная. Я записываю в трусах. Голый почти. Шучу. Все как надо. Приемы Дзиньгу наносят больше урона. Так, в начале раунда вы временно несокрушимы. Давайте Дзиньгу опять. У нас теперь второй уровень у Дзиньгу, я так понимаю, становится. Сейчас мы будем наносить еще больше, чем можем себе представить. Болван поумнее. У-у-у, красненький, ты посмотри. Один за другим враги пали от руки нашего героя. Но расслабляться было рано. Из толпы безмозглых болванов вышел болван поумнее. Полночь уже близко. Возрадуйтесь, ибо теневой разум вот-вот продемонстрирует нам свою силу. А ты, тебе я не позволю свидетельствовать его откровения. Странный маг уже бормотал заклинания себе под нос. Кажется, у нашего героя появились серьезные проблемы. Так, окей, давай, маг, поехали. Высшее существо, это я, он говорит. Вообще-то я как бы знаю свое место. Он королю обезьян говорит, знаю свое место, прикинь. Логика, да? Так, хорошо, знаю свое место. У меня Дзиньгу есть, это ты. О, фига у тебя урон! Я действительно, наверное, сейчас буду знать свое место, судя по всему. Так, окей. Я наношу очень слабый урон ему. Так, окей. Так. Да ладно тебе, Олег, ты чё? Мне просто интересно, а как он рассчитал и увернулся так? Здравствуй. Ты чё делаешь, Олежа? Ты чё? Эй, уворачивайся! Ты смотри, что делает с тобой Олег. Тихо. Ша, нифига себе урон. А можно мне что-нибудь на отхил? Этот Олег в капюшоне только что меня почти убил. Невозможно. Моя магия не справилась с таким ничтожеством. Но я должен доказать свою силу чемпиону теневого разума. Чемпион теневого разума? У нашего героя было много вопросов, но побитый бедолага не мог на них ответить. Пришлось оставить его бормотать свою чепуху в снегу, ибо орда озлобленных бойцов уже подкрадывалась со спины. Как обычно, сзади ребятки шли. Техника падальщика. Успешные тяжелые атаки восстанавливают вам здоровье. Успешные тяжелые атаки дают вам много силы Дзиньгу. В начале раунда ваш противник временно заморожен. Давайте тяжелыми атаками попробуем похиляться, потому что плохо все с ХП. Очень плохо. Очень все плохо, пока что дают не те умения, которые хотелось бы. А, так у меня полное здоровье. Кореш Клайда. Так, окей. Поехали, кореш Клайда. О-о-о, поехали, братишка. Так, ну сейчас мы тяжелыми попробуем отхилиться. Хорош. Отхил там, конечно, маленький. Тихо. Так, тихо здесь. Блин, кореш Клайда какой-то жесткий. Он одновременно со мной урон наносит, короче, и потом такое-то.
Еще побеждать умудряется. Мне этого не надо, если честно. Так. Да ты что такое творишь? Да ты что такое? У меня вопрос к нему. Кто он такое? Он умудряется меня гасить еще, нифига себе. В смысле? Ты че, Ты че, новый Олег, что ли? До свидания, никогда не везет. Нифига, смотрите, сколько он мне отнял. Он отнял жестко. Так, сила Дзиньку копится автоматически. С начала раунда и до того, как вы получаете урон, ваши атаки наносят дополнительный урон. Ну давайте гамбит перфекциониста попробуем. Все равно это жестко. Для этого всего дела это очень жестко. Мы тогда штрафника и дойти не сможем. Смешной гейл. Опять этот маг, господи, сложно будет. У него опять лук, наверное, да? Я не попал. Офигеть. Ты с луком, нет? Блин, у него лук или нет? Пока что он просто прыгает. Но я урон нормально наношу, на самом деле. Так, окей. Ух, вот это было нормально. И бамс. Ну, тяжелый с отхилом прям хорошо зашел. Не надо, он говорит. Надо, братишка. Очень даже надо. Так, дистанция, так, давайте, вот давайте с начала раунда еще раз гамбит перфекциониста возьмем, чтобы с начала раунда еще больше наносить урона ему в лицо. Так, шулер. О, это карточный, короче, долг, я понял. Так, лови, я не достаю, капец. Хорош, урон бешеный. Еще раз. Ха-ха, тварь. Сы как обманывает систему этот шулер. В натуре он шулер. Он обманывает не только в картах, но и в бою, как оказалось. Так. До свидания. Шурик. Сашенька, Санечек. Ты чё, офигел, что ли? Саша, Сашуля. Санчес, до свидания, в смысле? Чё в смысле? Чё удивляешься? Тебя нет уже. Так. Остается 3 раунда, а хп нет. Давайте возьмем покой. Стоя на месте, мы восстанавливаем здоровье. Возможно, чуть-чуть отхилимся. Было бы очень неплохо. Боты, конечно, активно двигаются, но я надеюсь, мы немножко отхил возьмем здесь. Джефф выживала. Ну, вообще-то, это не тот человек, о котором говорится. Это Витя. Витек. Так, я постоял на месте, попытался сделать отхил, но отхил не получился. У меня почему-то. Так, окей. Так, и верхний. Ох, нормально. Слабовастенько, конечно, отхил сработал. Но Витьку мы нормально засандалили. Так, прием от Зинигу. Гамбит. С начала раунда, так. Вот это, кстати, хорошо. Вот это хорошо. Вот у гамбит перфекциониста больше всего усиляется сейчас у меня. Эпических приемов пока не вылетает. Но. С начала раунда я наношу. Личика? Серьезно? Так, ладно. Что с ним делать? Эй, шевелись. Нет, я хочу немножко поотхилиться. Давай я поотхилюсь немножко. Прям капельку. Так, давай, я успеваю. Ах ты, Олег! Он меня победил! Каким образом? Ты, личика! Ребята, он опять силу Олега применил. Вот этого непрошибаемого парня. Капец. Я должен его был пройти, чтобы на штрафника, если что, зайти потом. Чё так жестко-то? Почему я не реализовал урон-то тот самый, который в начале раунда большой должен быть? Куда пятишься? Да. Долго ты уворачиваться собираешься, чувак? Чё так жестко-то, капец? А чё так жестко-то? Я пятюсь, потому что мне больно, блин, чувак, драться с тобой. Как бы мне сейчас в штрафника красиво урон оформить? Я 100 рубинов отдал только что. Блин, чё-то как-то жестко с самого начала. Ваши атаки... Так, стоя на месте... Блин. Вот полная шкала Дзиньгу еще можно попробовать. Умения не очень, мне кажется, подобраны. Хотя не, нормально. Но я не рассчитывал 100 рубинов отдавать сейчас. Штрафник, ребята. Солнце спряталось за горизонт. В воздухе повисла тяжелая атмосфера сильной теневой энергии. Ха-ха-ха, кто следующий?
«Эй, макака, а ну подставляй челюсть, я собираюсь ее выбить». «Ты кого макакой назвал, жестянка?» «Это я жестянка? Бананаед!» «Ты начинаешь меня бесить, придурок!» «Ну, я уж поумнее тебя буду, блохастый!» «Ведро!» «Уродец!» «Болван!» «Ногоруки!» «Легионер!» «Ну все, ты нарвался!» Я помню диалог этот. «Легионер — это оскорбление, если че, как бы». «Хорош, сразу неплохо залетели». «Офигеть! Офигеть он творит!» «Че с ним делать? Кто напомнит?» «Да пошел ты нахуй, мудила!» «Это нечестно! Пошел ты в жопу, мразь! 100 рубинов, кому я отдал вообще?» «Без синяков ты не обойдешься, передай своей маме, что мне очень жаль». «Наш герой был силен, но штрафник оказался сильнее». «Да пошел ты нафиг!» «Капец! Просто кулаком мне выбил и все! Последним этапом просто меня оформил! Эй, ты!» «Петя, блин!» «Вот он реально петушара вонючая! Не, ну надо проходить, чё? Чё, это же не смешно совсем!» Я пошел его пройти! В смысле его не прошел? Людвиг, я пошел пройти его вообще-то. У меня в планах было за 2 героев пройти, между прочим. Беспредел какой. Может, сейчас с умениями более-менее подберут? Да если бы мне тот дурак не отнял бы, блин, первую жизнь, возможно, я бы сейчас его вынес. У меня какой урон бешеный был, вы ж помните там. Вот... Легкость прохождения, кстати, тоже зависит от того, какие тебе перки подберут. Если перки подобраны не очень хорошие, то ты проиграл. Все, дружище. Какай, как говорится. Офигеть. Так. Максимальное здоровье... Давайте знак буйвола возьмем, пусть ХП будет. Умение бы найти, которое буквально ваншотит. Вот оно самое имбовое, по-моему, тут в игре. Стэн младше. Приступим. Не, ну сейчас попробуем, конечно, отыграть поинтереснее, но, блин. Вот от умений много зависит, Real talk. Так. Я не достаю, камон, ты все серьезно. Чертовы династы. Ну, первые противники легенькие, в принципе. Вот после пятого, там, когда вот этот дурак покрепче выходит. Это жестко. Так, повышен шанс крит урона. Давайте силу дзиньгу. Бот Вуконг. Попробуем силу дзиньгу копить автоматически. Это будет нормально, я считаю. Павел. Павлуша. Потанцуем. Так, давай сначала попробуем Павла вот так. Ну, неплохо, кстати, в Павла зашло сейчас. Павел. Я Павел, он говорит. Здравствуй, маленький, блин. Здравствуй, мой хороший, еще раз тебе. Блин, я немножко расстроился. На самом деле, я не должен был выходить на второй круг к штрафнику. Да, должен был пройти. Я не прошел, господи. Противник не может вас бросить. Давайте возьмем, ребята. Давайте возьмем. Очень там много ребят было, нас бросающих около угла. Особенно тот дурак похитрее, или как его. Кахир-глупец. Иди к папочке. Вот, и чтобы нас лишний раз не бросали, не будем с вами, как говорится, сильно выкаблучиваться. Эй, стоять! Смотри, как он комбинирует свои теневые атаки, вот эта козлина. Как он хитро играет против нас. Очень хитрый парень. Так, окей, ну на, металлочка тебе. То есть он кинул быстрее меня металлку, ты рил? Ты серьезно, что ли? Вообще-то свой чакр я кинул гораздо раньше. Пошел-ка ты нафиг. Так, вы наносите противнику часть полученного вами урона. Знак дикобраза. Ваша первая атака в раунде носит очень много дополнительного урона. Давайте гамбит все-таки брать. Тут отхил и уроны решают все, понимаешь? Пока что мне дают только вот такие умения. Красавчик Рубен. Так, хорош. Сразу взлетаем. И... О-хо-хо, Рубен! До свидания, блядь! Просто, вот это замечательная штука. Вот это умение крутое. Так.
Вы наносите противнику часть, дистанция ваших прыжков-перекатов. Давай дистанцию сделаем. Сразу ее возьмем, знак Кицуне. Это для штрафника подарочек, если что, чтобы мы могли быстро откатываться. Мне бы вот этому болвану сейчас сразу в дзиньгу, короче, кинуть. Ой, не болвану, а... Ну вы поняли. Сильный урон бы нанести ему сразу. Было бы замечательно. Так, все, мой урон снизился, но откаты подальше, они очень сильно меня будут спасать, я чувствую сейчас. Так, окей, и я взлетаю. Нет, я не взлетаю, но делаю тоже неплохо. Ой, Витек, все. Просто да, просто до свидания, Витька. Так, окей, мой урон маленький здесь. Но дзиньгу, бах, отлично. Заранее извиняюсь, там три, да, будет? Первая, вторая и третья. Красавчик, че? Ничего не скажешь. Подходи, я же тебя могу кидать. Ты меня не можешь, я тебя могу. Ты очень жесткий, с тобой надо аккуратно работать. Вот так вот хотя бы. Блин, вот если бы первая атака была именно дзиньгу, я бы скорее сейчас его именно вот этим бы столбом и загасил бы парня этого. Но первая атака была не дзиньгу, увы. Как ты увернулся от этого? Объясни, пожалуйста, мудила. Я вот этого не понимаю. Так, сейчас опять теневая, плохо, плохо будет. Так. Отлично, и здесь бы чакрам. Успеваю, успеваю, чувак, не надо здесь свои теневые, хорошая битва. Я успеваю. Даже не смей здесь ничего мне против меня противопоставлять, козлятина. Вот, знак Феникса, то, что я ждал, чтобы не тратить свои рубины. Знак Феникса всегда нужен, понимаете, знак Феникса все делает как надо. Неугомонный Нова. Знак Феникса — это то, что нужно любому бойцу здесь. Потому что это сохранение как минимум 100 рубинов. Ты воскреснешь и все. Так. Блин, ну система рогалика, конечно, бомба в этой игре. Мне нравится. Как ты увернулся? Ты не умеешь так. У тебя доспех тяжелый, ты как увернулся вообще? А? От этого. Офигеть. Просто офигеть. Так, ну-ка, на-ка, Витек, хорош. На тебе. Так. Ну, поймал, не поймал. Король гибкий парень. И он доделывает. Он его не доделывает, ребята. Он получает от него до сих пор. Бах, отлично. Почему всегда я? Ну, потому что ты вышел на меня и начал что-то против меня там выкаблучиваться. Я тебе дал по лбу. Вы наносите противнику часть. Так, в начале раунда все ваши атаки пробивают блок. Но пусть будет. Пусть будет. Блоки они, конечно, ставят. Не знаю, насколько сильно это умение прям мега работает. Но блоки они ставят. Может, поможет где-то, не знаю. Вот это хороший урон был. Пока до штрафника не дошел, еще бы на урон найти что-нибудь бы. Было бы неплохо, конечно. Вот это плохо. Он на себя что-то много взял. Нова вот этот. Он мне два раза так неплохо всандалил. Это такое нельзя допускать, на самом деле. Так, окей. Отлично. Все, чувак, шутки кончились, я понимаю. У меня тоже они кончились. Я надеюсь, я штрафника пройду. И никто меня не победит за мои две попытки. Вот эту и бесплатную, у меня есть бесплатная. Так, секрет короля. Успешные тяжелые атаки дают дзиньгу. Вы восстанавливаете больше здоровья. Давайте, давайте. Знак гидры — это хорошо. Знак гидры — это нормально. ХП надо восстановить. Еще бы урончика бы, господи. Еще бы урона мне. Личика. Фейс. Фейс. Отлично. И сразу. Нормас. Ой, маленький. До свидания. Нет, не до свидания. Сейчас, по-моему, мне скажут до свидания. Че, серьезно, что ли? Ты серьезно, личика? Почти в том раунде личика мне мозг ебал. И сейчас тоже, что ли, делает это же самое. Ты че такой прыгучий, личика? Ты че, камшот давно не получал, личика? В личика себя. А, козел? Ну, он реально из тех людей, которые приветствуют камшот себе на лицо. Вот это вот он. Йо-хо! Йо-хо, личика. Мне бы отхилиться, бля. Это жопа бы. Бот Вуконг.
Блин, ну вот, ладно, бот Вуконг я беру, потому что остальные умения пока что я как-то не сильно в них вижу смысл. Урон бы, сейчас бы урона. Урона нет, урон бы. Вот, вот теперь ты как надо зовешься, понимаешь? Вот теперь твое имя, оно вот как надо, понимаешь? Как вот бог прописал, сам бог. Я не понял. А почему он успел подпрыгнуть в этот момент, когда я ему хороший урон готовил, фактически фуловой? Это что такое? А как ты увернуться-то смог, чмо? Ты можешь мне это объяснить? Теперь я точно зол. Теперь ты точно в легионе, братишка. Не, ну они капец друг друга там обсирают. Ты что делаешь? Успокойся. Смотри, как уворачивается, а? Тебя кто такому научил вообще, парень? Вот смотри, от мега урона вначале он отпрыгнул, а сейчас не отпрыгнул. Как это вообще понимать просто? Да успокойся ты, дай мне применить Зингу, козел. Здравствуй. Ты что издев... Короля обезьян вообще не ставят ни в какой член, вообще урон ему наносят еще. Король обезьян так красиво выглядит, капец, так круто. А ему какой-то просто Витя наносит урон. Это жесть. Он не дает даже подойти к нему, понимаете? О! Так, сила Дзиньку копится. В начале раунда вы временно несокрушимы. Давайте вот временная несокрушимость пусть будет. Для штрафника это самое оно, я считаю. Пусть будет. Там, наверное, на одну атаку, да, где-то? Брэндон. Ну почему ты прыгнул-то? Для тебя урон готовился хороший. Чё ж ты прыгнул-то, чмо? Почему они прыгают? Я не понимаю. Они не должны прыгать, они должны получить урон. Да я офигею просто. Ты кто? Так, окей. Чё делать? Тяжело, капец. Ну как тяжело, напряжно. Мне не хочется сдохнуть сейчас, понимаешь? На штрафнике бы один раз можно было сдохнуть, а здесь непростительно. Пожалуйста. Так, окей. Окей. Ух, отлично. Так, ну что, главный ублюдок. В него бы сейчас закинуть этот. Хотя бы разочек, урончик жесткий. Так, вы наносите противнику часть полученного вами урона. Давайте. Умения опять вышли не самые приятные. Давайте попробуем все-таки. Но сейчас я попробую фулочку ему прописать. Я надеюсь, у меня получится. Так, это сейчас опять троллинг друг друга начинается, я понял. Это мы читали все. Бесполезно это все, как бы. Ну, я диалоги отключать не стал. Потому что... ну зачем? Все нормально. Так, все, поехали. Сразу взлетаю сейчас. Не прыгай! Чего? Такой маленький урон? Не, ну там урон, конечно, 700 был. Но этого все равно... Ой, какой маленький урон, жесть. Я вообще мало наношу, смотри. Он нормально наносит. Я его опять не пройду из-за этих умений конченых. Ну, посмотри просто. Так, вот сейчас жестко будет. Ты делаешь там эту фигню? Так, тихо. Надо как-то это, его... Да ну нахер, ты серьезно что ли? Серьезно? Капец. Ой напряг, умения плохие, ой напряг какой. Вообще мало наношу, капец. Да, для первого босса что-то сильно
жестью, очень тяжело. К нему подходить вообще не варик. Да не смей. Бля. Отходи. Отходи далеко. Ну его нафиг, вот реально. Так, нормально. Сейчас жестко начнется. Секс пошел. Да? Нет? Сейчас будет секс. Нет! Да отпрыгивай ты от него! Капец! Нет! Капец, как жестко! Да ну не может быть этого! Пожалуйста! Бляха-муха, как это было сложно! По делам, болтун, сложно поверить, что кто-то настолько бестолковый может быть чемпионом теневого разума. Чего? Чемпион? Я думал, это ты, обезьяна. Ладно, ты как-нибудь без меня разберешься. Нет уже сил на твою морду смотреть. Вдали раздался скрежет камня, склеп был открыт. И вот штрафник исчез в ночи, оставив короля обезьян наедине с открытым склепом. Теневая энергия зловеще сияла в его глубине. У нашего героя не было иного выбора, кроме как окунуться в эту неизвестность. У меня руки аж охуели сейчас, морозный дебош. Так, сейчас. Что там у меня было написано? Минималист, вы прошли главу, не выбрав ни одного эпического боя. Молодец, да, я знаю. Спасибо, блин. Награда. Я знаю, что я молодец, герой просто. Всего, что может быть, мне кажется. Ну что ж, зову Конга пройдено. И можем крутануть с тобой рулетос. Почему бы нет? А хотя нет, оставлю пока. Рулеточки пока оставлю. Рулетка долго будет длиться. Пусть мои монетки копятся, потом как-нибудь, может, пооткрываю. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Увидимся в новом эпизоде, где начнем проходить за легион Скобокуроля. Вот, всем пока, ребята.